некоторые женщины во власти так красиво, ну как в церкви. Вот я откровенно первый раз скажу, я критикую часто, не публично наших священнослужителей, особенно высокого уровня. Но так за семью ратуют и агитируют. Я говорю, ваше святейшество, ваше высокопревосходительство, а сколько детей у вас? Нема. Ну так что вы агитируете нас за детей? Для того, чтобы ратовать за семью и за детей, надо самим иметь детей. Что за дремучесть? Священник большого уровня не должен иметь детей. Ну что это такое? Вот уверен, втихую где-то что-то косячит.